Уже в сентябре жители и гости Великого Устюга смогут проводить свой досуг и отдых в новом общественном пространстве, обновленном сквере мира, преображение которого началось в июне 2023 года. Проект занял второе место в онлайн-голосовании по выбору объектов для благоустройства по федеральному проекту формирования комфортной городской среды в 2022 году. Обновление сквера мира началось с ландшафтных работ в июне. Участок, где располагается сквер, требовал основательной подготовки, поэтому его надо было поднимать. К началу августа строители приступили к оборудованию пешеходных зон и установке бордюрных камней. Появился мостик через Немчинов ручей. Готовность объекта на данный момент составляет 50%. В ближайшее время подрядчик приступит к установке освещения скамеек и установке резных беседок, визитной карточки сквера мира. Мы ставим там 4 беседки, которые показывают, какие промыслы были в Великом Устюге, это и есть на сегодня, да, существует северная черень, резьба по бересте, роспись по бересте, просечное железо, да, то есть вот мы эти беседки делаем в этом стиле. В дальнейшем надо будет, конечно, оборудовать и стендами, чтобы была информация, да, которая рассказывает о данных промыслах. Поэтому территория будет такая прогулочная, можно пройтись, отдохнуть, погулять. Дополнительно к этим благоустройствам, соответственно, будет проведено озеленение территории. На данный момент строительство идет согласно установленным срокам. Погодные условия благоприятствуют быстрому строительству. Срок сдачи объекта 31 августа 2023 года. Степан Крижановский, Антон Карев, телеканал «Русский Север».